Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала, с вами Акула, и мы снова продолжаем играть в эту замечательную игрушку под названием Souls Park. И... Так, ну нам придется здесь сразиться, походу. Ну, может, и не придется сражаться ни с кем. А, отлично, одного просто разорвало. Come on, bitch. Сражаемся против одного, это намного лучше, чем двое. Му-му, сейчас мы тебе яйца сметку просто, му-му. На, все, оглушен, мадафака. Ой, можно было еще раз ударить. Но это не важно, мы его сейчас просто добьем. Все. Это был изи. Изи почему? Было очень легко. Так, ладно. Что дальше проходит? Great, you're there. See if you can free me from that console. Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. Hello, this is recording. If you're hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh God, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone. Что за бред? Что? Да мы нашли аудиозапись какого-то бомжа, и так надо батю Стэну все-таки спасти. Отлично. I'm still stuck. Better try the other console. Что это? Why? No! Не смотри, Амелия, no, лучше. Find another way. No more, no more, please. You're gonna have to find another way. Другой выход, окей. Хорошо, сейчас найдем другой выход. Костюм пришельцев есть, давайте взглянем, у меня есть новый костюм пришельцев. Не, не нужен. Так, вроде нам на лифт же, да? Ну, мы же здесь были. Да, я здесь был, кстати, what the fuck. А как же нам открыть дверь ту? Вот. Может быть, надо через эту консоль? Не, не в этом дело. Блин, надо думать башкой, тут думать башкой. Как же, блин. Что-то еще. Да, там чувачок стоит. Я не могу открыть эту тупую дверь. Ты что, я хотел убить? Да? Да? Не, не хотел убивать. Так, придется назад. Да блин, чё она не ловит? Так, придется назад сюда. Ты знаешь, как играть. Так, придется назад идти, блин. Как же это уже начинает надоедать мне. Конкретно. Так, все. Ладно, не сюда вроде. Надоедать, да? Да. Блин.
Так, блин, мне кажется, там был ключ, да? What the fuck? Ладно, придется идти назад. Вроде игра легкая, но я здесь туплю конкретно. То, что это большой кораблик, и никак не можно не выбраться. Да? Ну. Никак не можно не выбраться, ты права. Подождите, может еще какие-нибудь есть способности? Девочка сюда упала, да? Фак, просто фак. А может надо одеть просто инопланетный? Инопланетный, давай. Оденем. Ну, где она? Где она? Нет, лучше нет. Потому что у тебя... А, я не понимаю, как дальше пройти. Вот так. Потяни мост и отключи силовое поле, ведущее к пульту управления. Отключи сигнализацию, используя внутренние системы. Так, блин, это бред. Что-то я неправильно делал все равно. А, во! На! Отлично. Я поджег чувака. Так, я теперь понял, как. Так, отключили поле, отлично. Что-то там включили. Дин второй. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Так. Отлично. Нифига себе! What the fuck? Что это за бред? What the fuck? Oh my god. Так, давайте еще раз. Что отлично! Это просто был какой-то ужасный троллинг надо мной. А, вот это жесть. Это была жесть, конечно. Возвращайся в элеватор. Ого, их тут трое. Мадафакеры, давайте сразимся. Мне кажется, я их... Мав! Так. Один... Все раздеты, а? Один одетый, один одетый. Так, отлично. Надежная защита, но смысл... Офигеть, кровотечение. Так, быстро пьем. Целебный эликсирчик. Отлично, побочных эффектов нету. И давайте-ка. А, только ему можно, да? Ну ладно. А вдруг они замету? Ух ты, через всех выстрел проходит. Отлично.
Блин. Так, все. Хаваем. По-быстренькому. И давайте еще раз быстро. Отлично. Опять кровотечение, да вы издеваетесь, малфака. Исчезала. Так. Что же делать? Блин. Ну, одежды защищенные. О, нет. Нет. Я не то нажал. Фак, я не то нажал, из-за этого я протупил жестко. Проиграли. Заново, блин. Ладно. Сейчас быстренько. Сейчас зато я знаю, что делать. Сейчас я знаю, что делать, и поэтому это будет легко. Так. Первым мы вышибаем, короче. Блин, кровотечение, да, он достал, честно, достал. И опять мне приходится пить эликсир, на этот раз у меня есть плазмоган. Плазмоганчик. Отлично, 140 по всем. Ну как я пропустил этот удар, как? Что, не кровь умеет? Нету кровотечения, хорошо, да. Так, у нас есть еще одна суперспособность, которую можем применить только этому пришельцу, ну ладно. Му-му-му-му-му. Хорош, пошел отсюда. Один на один остались. О-о-о! Так, хорошо. Это как и у него острый. Угу. Придется еще раз выпить, да, острый. Чувак вообще жесткий этот. Надо было, блин, мне применить. Ладно, это уже в прошлом. Мы его должны выиграть, если я не буду тупить сейчас. А я туплю жестко. Так, хаваем. Все, отлично. Мы выиграли. Да, кое-как, я бы сказал, кое-как. Здесь дальше ничего. Дальше ничего. Космические деньги. Так. Амиле, ноги нельзя. Так, сейчас. Секунду, прям 5 секунд, ребята. Сейчас я кое-что здесь сделаю. Амиле просто включила. PlayStation 4 она включила, и сейчас я выключу его. Все, да, не надо туда ноги совать, Амиле. Все, продолжаем. Так, я не услышал, что мы сказали. А, ладно. Так, что у нас тут еще мы не забрали? Блин, почему полон? Жалко, что все полон. Так, давайте почитаем. Теперь, когда сигнализация отключена, Крэнти, помоги ему сбежать с корабля. Поехали. Походу нам сюда. Да, нам сюда. Так, марш. Марш его зовут. Стэн Марш. Рэнди Марш. Go home. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Спасаем. О. Так, что теперь сделать? Что сделать-то? А.
Отлично. Отлично, я же все угадал. Фак! Нет! А, черт! Амелия, не смотри лучше. Так. Заново. Раз, два, два. Отлично. Отлично! Фу! О, какой-то кристалл. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again. До встречи. Отлично, стан Рэнди Марш теперь с нами. Белый энергокристалл. Элемент задачи. Так, все, надо выходить отсюда. Мне это место вообще не нравится. Поэтому уходим. Правда, я не знаю, как отсюда уйти. По-моему, сейчас налево. Налево? Да, вроде как налево. Какой большой корабль. Да, точно. Как они построили? Так, отлично, все. Выбираемся отсюда нафиг. Так, все, улетаем. О, черт. Это кто такие? Пилоты? О, черт. Будем сражаться. Так, все, ну ждите, чуваки. Вырубим вот этого. Ничего не говори. А, черт. Бонус к защите, мадафака. У них от защиты, да? Да, блин, а что такое? Я же вырубил. Давайте второго пилота вырубим. Блин, почему я так мало дамажу? Есть, я отбил. Из камеры анальной комнаты. Sounds like there's a defensive matrix up. Those are the worst. First thing I want to do is take out that matrix. You got it? Best friend out. Чего? А, вот эту бы отключил штуку. Ладно. Хорошо. Блин. Так, 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 так. Нам мне нужно срочно какой-нибудь большой устанавливающий. Только 60% смогу. Ну ладно, пофиг, 60 так 60. Да, это то, что надо. И. Что? Давай. Сейчас добьем эту штуку. Отлично. Так, 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 так. Пришелец-пилот. Пришелец-пилот? Да. А я тут. Это второй пилот. Так. Хаваем обязательно, чтобы жизни добавить. И... Блин, у меня других не вариантов, как просто их фигачить. Все. Бонус к атаке есть. О нет, вот эта фигня мне вообще не нравится. Фуф, я от нее защитился, и это хорошо.
такой. Так, давай добьем его. Козла такого. Все, иди отсюда. Му-му-му. Му-му-му. Чё? What the fuck? Я пропустил два выстрела. Сволочь, отвлекся. Ладно. Теперь будем знать, что надо убивать сначала панель управления. Так, мочим. Все, добиваем эту фигню. Хорош. О, нет, 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 не нравится мне эта фигня. Отлично, я отбился от нее. Так. Все, делаем суперспособность на нем. Фуф, отлично. Как ты встал, эй? Как он встал, скажите мне? Он чуть меня не убил, кстати говоря. Семьдесят три, нормально. Так, просто бьем теперь их. Фу, блин, а. Мне нужно больше, больше жизни. Это нереально. Я вообще выживаю. Так. Ну все, минус один пилот. Да блин, вот как я эти выстрелы вообще пропустил? Я же нажимал, блин. Ладно. Козел. Получай. Так, еще одну атаку потерпеть. Режим уничтожения. Фух. Да мне все равно, я схаваю, лишь бы выжить в этом долбанном раунде. 10! What the fuck? У нее 10 жизней осталось. Фу! Ну все, добиваем козла. Все, отлично. 78 хп осталось. Если бы я не подлечился, то все, конец был. Отлично, потопили этот тупой НЛО. И он падает прямо... Куда? Нашу гору. Офигеть. Офигеть. Ой, в сточную воду потекла. Это слизь. Так, кому звонят-то? Здорово, мужик, да. Где именно? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Еще одно НЛО разбилось. Это не первый раз, значит. Соус Парк, ребята. И наступил день, наконец-то. Мы проснулись, как ни в чем не бывало. У себя в кроватке, хотя в это время побывали на НЛО. Мы под домашним арестом, блин, да? Шестой левел. Новый друг Марш и...
У нас 6-й левел, да? Доступно обновление 2. От звука... Давайте прокачаем просто по максимуму. Так. Первая атака Кашбин наносит больше урона. Боксер. Атаки оружием ближнего наносит больше повреждений. Контр. Грязный прием. Грязный прием. Врагам, испытывающим тошноту, наносится больше урона. Отлично. То, что надо. Победа. Задание выполнено и... Так, у нас новое задание, да? А, нет, у нас нет задания. What the fuck? Ладно, и выйдем. Баттерс. Так, я у себя же дома ничего тут не обыскивал. Мне может быть много интересного тут. Довольно-таки. Здесь мыться. Да, здесь мыться. Ты что, хотел помыться? Да. Ладно, с вами был Акул. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Довольно-таки интересная серия была, да? Мы победили этих долбанных инопланетян. И в этой серии нас ждет, мне кажется, куча интересного. Потому что произошло куча также интересного позади. С вами был Акул. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! И пока!